пять лет клялась верности идеям прав человека, демократии и всего прочего. В Казахстане от тех времен демократического утра разговаривать со страной и отдадим совершенно честно, искренне и, самое главное, добровольно новому поколению управления страной. И в этом я вижу свою главную задачу. Спасибо. Как вы? А может быть, через собрание представителей, через...